Знаменитый фестиваль «Славянский базар» в Витебске за четверть века прошел путь от скромного регионального эстрадного конкурса до настоящей творческой олимпиады. С 7 до 15 июля пройдут около 100 разных мероприятий, в том числе концерты самых известных исполнителей. Директор фестиваля Александр Сидоренко в своем выступлении на сессии Всемирной ассоциации фестивалей отметил, что «Славянский базар» меняет свой формат, растет и развивается. На сей раз побит рекорд. В фестивале участвует 41 страна. Для нас это очень отрадно и для нас это очень почетно, что все эти люди приезжают к нам в город Витебск, в нашу миролюбивую и гостеприимную страну, которая всеми силами старается наш нелегкий век занимать такую сложную и почетную миротворческую позицию, налаживать связи между многими странами и стараться сохранить тот хрупкий мир, который существует на всей нашей планете. Кстати, сама конференция, посвященная фестивалям всего мира, это тоже новый элемент. В ней принял участие и Даугавпилс. Были представители ассоциации всемирных фестивалей мира, многие страны участвовали, и Даугавпилс представлял Латвию, и мы рассказывали о своем городе, как городе, где проходит каждый месяц проходят какие-то мероприятия, какие-то фестивали, делились опытом, ну и проводили беседы с другими организаторами, потому что были директоры многих знаменитых фестивалей по Европе, которые проходят, это и Израиль, и Бельгия, и в других странах, и в Литве, например, да, то есть беседа, конференция довольно была интересная, и мы представили свой город. Фактически в эти дни в Витебске проходит сразу несколько фестивалей. Город мастеров собирает ремесленников. Проект «На семи ветрах» посвящен уличным театрам, а фестиваль «Театральные встречи» у знатоков не менее популярен, чем концерты на летней эстраде. С огромным успехом прошел спектакль Даугавпилского театра. Самый, конечно, большой фурор, я думаю, произвел это наш театр, потому что это была отдельная даже реклама в нашем театре, которая звучала все время на всех самых больших концертах, площадках Витебска и на главной площадке открытом этом зале. Все время шла информация о Даугавпилсе, о Даугавпилском театре, и наша, можно сказать, Казанова опять покорила Витебск, и я думаю, то, что мы видели, когда все зрители, которые, во-первых, полный зал был, да, и с восторгом приняли наших артистов, наверное, может, не ожидали такого уровня, хотя мы знали, что наши театр очень хорошо может себя показать не только в Латвии и в Даугавпилсе, но и за пределом. Поэтому это был подарок Витебску, я думаю, что отзывы очень положительные. И в дальнейшем мы можем в дальнейшем сотрудничестве показывать хорошие свои коллективы именно на этой площадке. Даугавпилс и Витебск – города-побратимы. Нас связывает давняя и прочная дружба. Не случайно отборочный тур участников конкурса «Славянского базара» всегда проходит в Даугавпилсе. Не только участники фестиваля, но многие горожане с удовольствием едут к соседям в эти дни. Дни «Славянского базара» в Витебске.